Также 1 октября в России отмечают День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН в 1990 году. В Люберцах для представителей старшего поколения в этот день организовали праздничные концерты. Один из них состоялся на главной сцене округа в актовом зале Дворца культуры. В России Международный день пожилого человека стали отмечать через год после его учреждения. Это празднование стало юбилейным. Уже в 30-й раз в нашей стране чествуют седовласых виновников торжества. По традиции представители старшего поколения собрались в Люберецком дворце культуры. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Бодрова не пропускает ни один концерт в честь праздника пожилых людей. Есть еще один повод встретиться с ровесниками. Хорошую жизнь мы прожили. Лучше не надо, но будем стремиться еще к лучшему. Дай Бог всем дожить до 100 и дальше. Подумать, нужно еще или нет. Виновников торжества порадовали своими выступлениями детские творческие коллективы. Со сцены прозвучали поздравления от представителей духовенства и руководства городского округа Люберцы. Разрешите мне по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого поздравить вас с этим праздником и пожелать самое главное – бодрости духа, желание всегда идти вперед в любом возрасте. И чтобы каждый прожитый вами день и следующий день приносил вам радость. Проводить свои дни с интересом и пользой представителям старшего поколения помогает клуб «Активное долголетие». Чтобы познакомить своих ровесников с губернаторским проектом, члены сообщества провели в фойе Дворца культуры мастер-классы. Чтобы кто сюда пришел, посмотрели и тоже приходили в «Активное долголетие», участвовали в кружках. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это общение. Самое главное – общение с людьми. А еще самое главное для них – это внимание. 1 октября как раз одна из тех дат, которая призвана напомнить об этом. И судя по восторженным лицам гостей, у организаторов праздника это получилось. Спасибо за заботу о ветеранах, заботу о старшем поколении. Спасибо за то, что не забываете нас. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.